Обратите внимание, что при внутреннем блоке рука направляется вовнутрь стойки и не выходит за пределы вашего тела. При наружном блоке руки также отводим недалеко. При защите задней рукой положение рук меняется. Передняя убирается назад, а задняя выставляется вперед. Аналогично меняются местами и плечи, доворачиваются бедра. Таким образом включается все тело. При внутреннем блоке задней рукой также происходит смена рук и плеч. Уклонение – это наклоны корпуса и головы от ударов в голову. Положение ступней при этом не меняется, и стойка после выполнения уклона остается прежней. Уклоны можно выполнять наружу и вовнутрь. Чтобы правильно выполнить уклон, нужно немного согнуть ноги в коленях, наклонить и повернуть туловище так, чтобы голова была на одной линии с коленом. Уклоняясь вовнутрь, кроме того, меняется боевое положение.